Биткоин продолжает обогащать людей. Братья-близнецы Тейлор и Кэмерон Винклвосс стали первыми миллиардерами, заработавшие состояние на криптовалюте. В 2013 году, когда один биткоин стоил еще $120, они вложили в его покупку $11 миллионов. С тех пор стоимость биткоина возросла более чем в 100 раз. По словам экспертов, близнецы являются владельцами 91 666 биткоинов, а это около 1% всего рынка биткоинов. Кроме братьев, сейчас в мире существует лишь один миллиардер, разбогатевший с помощью биткоина. Это сам создатель криптовалюты, который известен под псевдонимом Сатоши Накамото.